Мацнев Даниил, Томилов Илья. И в красный угол ринга приглашается спортсмен из старого оскола «Россия». Мацнев Даниил, встречаем! Из синего ринга приглашается спортсмен из Воронежа, Россия. Илья Томилов, встречай! Илья Томилов! Уважаемые дамы и господа, в красном углу ринга спортсмен из старого оскола «Россия» Мацнев Даниил! Ваши аплодисменты! Из синего углу ринга спортсмен из Воронежа «Россия» Илья Томилов! Первый раунд. Thank you.
Второй раунд. Третий, заключительный раунд. Мы будем приветственные слова говорить. А меня, я себя не слышу, ребят, что такое со связью? Раз, я себя не слышу в эфире. Раз, два, вот так сейчас слышу. Все, внимание. Здравствуйте, друзья! 27 мая 2018 года мы находимся в Воронежском зале Event Hall. И ведем прямой репортаж
Об очередном большом боксерском шоу, которое несет компания «Виктор и Тим» в главе с Андреем Калачаном. Слева от меня известный блогер какой-то парень. И Алексей Гусев. У нас прошли сейчас почти любительские поединки, ждем профессионалов, поэтому будем наблюдать за тем, что будет происходить дальше в ринге. 5 боев нас сегодня ждет, и главные бои – это бои за титул чемпиона СНГ. И Сергей Шарапов, ваш земляк, воронежец, будет отстаивать в третьем весе титул чемпиона России и чемпиона СНГ. Так что сегодня очень вкусная программа. Денис Лебедев у нас сегодня присутствует, да, в турнире, мы в прямом эфире. Можете поднять на него камеру и показать, что он здесь. Уважаемые дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей. Так, друзья, подходит к концу боксерская программа бойцов Олимпийского ринга. Это матчевая встреча сборной Воронежа и Центрального федерального округа. И я хотел бы поздравить команду Воронежа.